испанский виноград. Фу, можно, да? Хорошо. Ребят, выставка МВЦ подошла уже, можно сказать, официально к концу. Я сразу вам говорю, что это была лучшая конференция за все эти годы. Это было довольно очевидно. Я встретил огромное количество разных блогеров. Кто-то сюда приехал первый раз, кто-то уже, как и я, завсегдатай этой выставки. Но если в прошлом году мы все друг друга прям встречали, пересекались и спрашивали, ну что ты снял, а ты что снял, то в этот раз таких вопросов вообще не было, потому что все было довольно очевидно. Количество новинок и флагманов, которые представили в этом году, просто зашкаливало, и все знали, что нужно делать. Сегодня мы говорим об общей концепции выставки, чем она вообще отличилась, под какой эгидой она прошла, и, конечно же, определим топы гаджетов этого месяца, потому что некоторые гаджеты, которые показали на МВЦ 2019, начнут продаваться уже вот-вот. Каждый год мобильный конгресс в Барселоне – это выставка не только про флагманы, но и про тренды и основополагающие технологии, которыми будет жить технологический мир следующие два года. В прошлом году такой технологией был сканер отпечатка в экране, и сейчас мы видим плоды этой технологии в новых устройствах. В этот раз было два тренда. Каждая мощная технологическая компания пыталась во все три горла просто орать: мы умеем в изогнутые экраны. И, к слову, я говорю сейчас даже не про Huawei, не про Samsung, там еще была TCL и куча других китайских компаний, включая Nubia, которые представляли свои изогнутые устройства. Но и это даже не главный тренд выставки на самом-то деле, потому что самым главным трендом выставки это было 5G. Каждая компания от мала до велика кричала везде логотипами, призывала подходить на стенды, посмотреть, что же такое 5G, попользоваться как-то, не знаю, как, конечно, можно было вообще использовать и понять, что такое 5G, но в любом случае ты идешь, и на тебя просто все орут: 5G, 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 видимо, действительно мир уже готов к этому. Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G, LG... V50 5G, ZTE Axon 10 5G, это только малая часть того, что я успел запомнить. Каждая компания сделала свой 5G смартфон. Но что меня больше всего удивило, это то, что в этом году на выставке было очень мало носимой электроники. Еще в 2018 году можно было ходить по стендам конгресса и наблюдать какое-то невероятное количество каких-то фитнес-трекеров, часов, носимой электроники абсолютно разной. В этом году как будто они все забыли. Apple Watch и Mi Band отжали рынок, все успокоились и начинают делать просто там, не знаю, беспроводные наушники, потому что они сейчас популярны. Итак, топ устройств с выставки МВЦ 2019, которые начнут продаваться уже вот-вот. Некоторые из них банальны, однако я выскажу свое субъективное мнение по поводу каждого анонса. Многие устройства можно уже даже не просто купить, но сделать предзаказ по хорошим условиям. В общем, начинаем. И начинаем мы, конечно же, с бренда Xiaomi. Впервые за все время китайцы решили воспользоваться ситуацией, сделать свой собственный ивент в рамках нулевого дня на МВЦ. Возможно, захотели воспользоваться моментом того, что в этом году Samsung делала свою презентацию отдельно в Сан-Франциско, ведь всегда как бы открывающим, грубо говоря, флагманом выставки МВЦ была Samsung со своим анпеком. Теперь они в Сан-Франциско, Xiaomi увидели, ага, давайте под шумок сделаем свои флагманы. Однако стоит признать, что организация ивента Xiaomi была очень-очень слабой. Не самый лучший выставочный центр, огромные столпотворения, демонстрация функций умного дома прошла вообще с провалом и ошибками в работе оборудования. Maybe you should reset this. Let me try one more time. Hey Google, it's not listening. Sorry. Демонстрация видеозвонка 5G с Mi Mix 3 выглядела вообще очень странно. Задержки, зернистая и дерганая картинка. Это скорее дискриминация возможностей 5G, а не демонстрация преимущества. Но в любом случае, сами продукты были знатные. Определенно для наших широт самые крупные смартфоны выставки с MVC это Xiaomi Mi 9 и внезапный, и главное, незаметный анонс Xiaomi Mi 9 SE, видео о котором уже есть на канале. Два топовых смартфона по максимально доступной цене. И сейчас, сравнивая их технические характеристики на e-каталоге, очень трудно сказать, какой именно смартфон можно порекомендовать всем и каждому. Я уже себе заказал Mi 9 для детального теста камеры, особенно видеочасти. Но сам Mi 9 SE мне кажется более интересным устройством. Хочется понять вообще, на что способен этот, скажем так, наполовину флагман и как может раскрыть свой потенциал новый Snapdragon 712 вообще в эксплуатации. Как ни странно, Samsung умудрились и пресс-конференцию в Сан-Франциско организовать очень крутую. Стоит отметить, что Samsung реально научились делать крутые презентации. Там нет ничего лишнего, очень все
пафосно, огромный экран, и все проводится на высочайшем уровне. Максимум полезной информации, минимум воды. И при этом они еще успели сделать огромный стенд в рамках выставки в Барселоне и тоже обратить на себя огромное внимание. К тому же, нам удалось подержать в руках смартфон именно в Барселоне. Galaxy S10 5G, самый огромный смартфон Samsung, которого не было в Сан-Франциско. Люди не могли его лицезреть, посмотреть на него то в камеру и прочие вещи. Но от себя хочу сказать, что определенно для меня гаджетом этого месяца стал Galaxy S10e, либо же Galaxy S10i, как правильно произносится. Я уже вот 6-й день с ним хожу под полным впечатлением от этого смартфона. Обязательно будет отдельный обзор, и мне кажется, что на нем нужно сделать максимальный акцент, потому что по стоимости это получается флагман начального уровня. Да, мы дожили до того времени, что теперь можно выразиться так: флагман начального уровня. Допустим, iPhone XR — это флагман начального уровня, и вот Galaxy S10e — это тоже флагман начального уровня, который будет у нас стоить 25 тысяч гривен, это где-то 915 баксов. Это дорого, безумно дорого. Если сейчас посмотреть, что можно купить за 915 баксов, а купить можно практически все. Самыми странными смартфонами этой выставки стали смартфоны компании LG, V50 и LG G8. Я даже не знаю уже, как охарактеризовать эти устройства и почему. Ну, LG реально терпит неудачи, и вот наш даже оператор умудрился подслушать разговор западных коллег, которые тоже с таким же мнением вышли, и говорят, типа, вот вроде есть все, а покупать нет никакого смысла, не хочется покупать. И при этом действительно в LG G8 есть все. Все, в принципе, то же самое, что и было и в LG G7. Это крутой стандарт защиты от удара и брызг. Там мил какой-то 810G, насколько я помню. Это прокачанный звук. То есть можно подключить наушники и слушать в высоком качестве их. Hi-Fi Quadac называется их кодек, замечательная штука абсолютно. Но вот непримечательные смартфоны. И в этот раз они сделали новую фишку, это управление смартфоном при помощи ToF-камеры. То есть вы можете регистрировать отпечаток вашей ладони, разблокировать смартфон таким жестом, либо же управлять смартфон таким жестом. Я это все дело попробовал, и на одном сэмпле это вообще не работало, мне так сказали, это не работает, а вот на этом работает. Я начал это все пытаться делать, я понял, что к этому нужно не просто привыкать, это нужно какие-то, не знаю, курсы заканчивать, чтобы этим всем пользоваться. Как они это делают, я не понимаю. А если так-то предположить, LG — это же компания, которая сделала первый в мире смартфон с двумя экранами, первый в мире сгибаемый смартфон LG G-Flex, как вы помните, первый смартфон модульный. Всегда первый, но ничего не получается. Мне кажется, что лет через 10 в университете можно на примере LG рассматривать вот такие варианты, что быть первым не всегда значит быть лучшим. Дичь выставки, конечно же, не обошлось без дичи. Мы не делаем отдельные видео о таких устройствах, но подмечаем их в социальных сетях и вот в таких вот новостных выпусках. В этот раз компания Energizer сделала, походу, самый толстый в мире смартфон. Вот такенный пирожок на 18 мм. С аккумулятором на 18 тысяч мАч. Смартфон-долгожитель, который обещают проработать 90 часов в режиме разговоров. И при этом они действительно заморочились. То есть они сделали смартфон с безрамочным хорошим дисплеем. И даже сделали выдвижную селфи-камеру, двойную. То есть прям сначала кажется, что ребята пытаются просто привлечь к себе внимание. Но когда смотришь на это устройство, понимаешь, что прям... не просто так это все сделано. Естественно, это дичь, навряд ли это кто-то будет покупать. И, в принципе, смартфоны с аккумуляторами там, на 10, на 15 тысяч мАч давным-давно уже есть. Они продаются, это как какие-нибудь там китайцы, дуди, элефоны, улифоны. Но Energizer — это прям такой известный бренд, который делает аккумуляторы и другие там полупроводники. Но это очень смешно смотрится, когда ты ходишь по выставке, видишь сгибающиеся смартфоны, тонкие смартфоны, различные смартфоны, и тут такой «на, кирпидон». Но самое странное на этой выставке все-таки сгибаемые смартфоны, потому что показывают их все, в руках дают держать на расстоянии 3 метров, в основном все сэмплы в кубах, и когда ты приглядываешься к этим смартфонам, с одной стороны говоришь «вау, действительно, вау-эффекты», и изображение на экране потрясающее. Но когда начинают его сгибать, то видно вот эта вот складка, неровности на экране, от этого становится как-то дико. Я уверен, что мы будем пользоваться такими смартфонами через какое-то количество времени, но я также уверен, что на сегодняшний день
день вот эти производители торопятся это все показывать, они торопятся привлечь на себя внимание, а все эти прототипы, они не юзабельны, и поэтому они идут в закрытом доступе, потому что если все люди, которые пройдут через выставку, пощупают этот смартфон, он просто сдохнет. Кстати, хороший был бы стресс-тест для устройства, почему бы нет, но вот компании дорожат своей репутацией. Итак, я могу отметить то, что на выставке МВЦ нам, безусловно, запомнился Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE, Galaxy S10 5G. Можно также сказать, что LG G8 запомнился вот этой фишкой, вот этими жестами, безусловно. Но то, что этот смартфон не будет продаваться, это факт. Зато мы посмотрели на значимость 5G связи. Нам многое об этом рассказали на выставке, различных деталей. Возможно, придется сделать отдельный ролик. Даже по ходу засветился прототип OnePlus 7 с экраном 21:9. Кстати, чуть не забыл. Смартфон Sony 21:9. Очень интересно на самом деле концепт экрана. Вытянутая такая колбаса. Многие из вас, наверное, не понимают, зачем это все нужно. Я задал вопрос, сколько будет стоить этот средний ценовой сегмент Sony Xperia 10 и 10 Plus. И цена у нас, ну, скажем так, 11 тысяч гривен. Sony называет средним ценовым сегментом то, что китайцы называют у себя флагманами. Это очень странно, но, тем не менее, формат экрана мне действительно зашел. На нем действительно прикольно смотреть контент, видеоконтент рассматривать, широкие фотографии. Цена будет такая, покупатель в любом случае найдется, в этом я не сомневаюсь. К тому же, Ши удивился, представитель Sony сказал, говорит, мы очень рады, и нам очень нравятся показатели продаж в Украине. Ну, то есть мы реально рады. Я такой сижу, думаю, что вообще происходит? Я думал, что Sony вообще мертвы, они реально еще и продаются. И они еще и довольны результатом. Друзья, вот такой вот был вердикт про выставки MWC 2019. В этом году нас еще ждет презентация компании Apple. Также нас ждет выставка IFA. Возможно, попадем на Computex, на компьютерную выставку. Посмотрим, чем сейчас живет геймерский рынок, рынок компьютеров. Но все-таки мобильный конгресс – это самая крупная выставка в году по нашей теме, и я просто с радостью говорю, что мы ее удачно закрываем. Всем пока!